Динозавр против летающего. О, он огнем его. Офигеть, смотри, огнем его фигарит. Так, а ну-ка, знаешь, что сделаем? Если у нас команда 1... Подожди, первая команда у нас. Так, господи, боже мой, не крутись. Команда 2. Поехали. Это было в первой команде. Ё-моё, они его сейчас зажали. Два динозаврика. Они его поджарят. Слушай, мне нужно летающих эти штучки поставить. Просто они его съедят. Да, они его съели. Ах ты, ё-моё. Так, давай, команда 2. А, нет, команда 1. А, давай добавим сюда еще скелетиков. Хотя бы 3 скелета. Поехали. Опа. Не, а, что? Скелетики. А нифига себе, они такие мощные, слушай. Офигеть. Это тут динозавры какие-то. Они просто мощные. Очень мощные. Они вот этого поджали, дурочка. А нет, смотри, он вцепился, его жрет. Прям спину сожрал. А, чего нет? Нет, еще живой. Давай. Нет, они его убили. Офигеть. Так, значит, в первую команду давай еще добавим вот этого монстра. Вот с этим монстром они не смогут быстро справиться. А, он, смотри, он вверх. Да где ты? А вот он. А какой он огромный, этот типа раненого человека. Он вцепился в него, смотри, не отпускает. Давай, делись. Должен победить. Ой, скелетик что бегает? Дурачок, прикольно, все, он погиб. Офигеть, он, смотри, сильный оказывается, вот этот железный человек. Офигеть. Тогда мы во вторую команду добавляем еще, знаешь кого? Рептилии. Давайте змею добавим, вот эту большую. А ну-ка, как вы справитесь, ребят? Скелетики прям вообще разлетаются, как... У нас еще добавили мы змею. Это сумасшедшая. А, она этих убивает. Скелетиков. Ну все, нам вот этого большого челдобреза железного. О, убили. Мы всех сразу же убили, представляешь? Так, давай уберем вот эту команду. И в команду, в первую добавим еще одного рептилию. Не рептилию, а вот эту птичку. Вот, будет две птички. Она будет у нас вот здесь сидеть. Как бы вдалеке. Она сейчас прилетит. Здесь скелетика сразу же убивают. А нет, еще живы. Ой, одного убили. Представляешь? Как так? Ах, вдвоем на моего динозаврика. Да, динозавру сейчас будет не очень хорошо. Убили все-таки, да? Так, надо им помочь. Надо второй команде добавить на кого? Давай этого Горгону добавим. Одну пока. Посмотрим, как они справятся. А, тот, смотри, чем-то стреляет. Сейчас скелетиков уничтожат. А, птичка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что творишь, алло? Ты зачем сломал здание? Гадина, смотри. Она реально летает всюду. Рушит меня на карте. Все, сдохло. Вот как-то так. Давай во вторую команду мы добавим гидру. Вот это гидра? Нет, подожди. Ох, нифига, она какая огромная. Попробуем. Так, да, и давай этих скелетиков тоже уберем. Ага, кто у нас справится? Ага, их там же двое, совсем забыл. Двое их. Ну, гидра у нее получается же, она большая, и у нее 3 головы. Смотри, она сцепилась прям конкретно.
Ага, ногу за ногу схватила. Круто, ее не отпускают. Что у нас здесь творится? А этот что-то почему-то летает и летает. Ломает здание. Че, здание ломает? Так, есть. Одну штучку мы его уничтожили. А это после на гидру залезла сверху. Опа, сцепился. Есть. Опять за ногу схватил, да? Вот это гидра. Вот это мощь. Все-таки она, мне кажется, гидра победит. Хотя откуда-то кровь идет, не знаю откуда. Да, победила гидра. Поэтому в первую команду мы добавим еще дядечку вот этого. Два дядечки поставим. Где они у нас? Вот. Давай, пока две штуки хватит. Два чувака. Давай, мочи эту гидру. Убей ее. Нам надо эту гидру завалить. В принципе, смотри. Пока гидра жрет дракона. Эти два чувака мощных, сильных. Смотри, какие они сильные. Ё-моё, смотри, прям мужики такие. А нету гидру бьют. Теперь гидре надо двух птичек съесть, двух драконов. Только потом он займется с этими чуваками. А, он сдох? Нет, сдох. Что-то я не понимаю. А, может быть, большая голова сдохла, а две маленькие стали. И они его не могут уничтожить. А, нет, смотри, вторая голова сдохла. Только третья осталась. Все, победили. Да, нет, чуваков, их слишком много. Давай эту птичку тоже удалим. И добавим, например, одного чувака. Один чувак, один дракон. Все. Теперь пускай гидра занимается дракошкой вот этой. А мужик бьет. Давай, 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 мужик. А нет, они его схватили. Гидра схватила мужика. И она его сейчас будет, конечно же, уничтожать. Да нет, не справится. Не справимся мы с гидрой. Не, смотри, мужик бьет. Давай, 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 давай. Вот это гидра огромная. Давай, мужик, мы тебя верим. Нам главное, чтобы... Опа! Что произошло? Нет, гидра, смотри, она еще живая. Три башки целых. Так, все. Дракончика нашего уничтожили. И мужика с одним ударом убили. Значит, надо еще одного мужичка поставить, да? И либо давай мы сюда поставим... Ага-га-га-га. Сейчас подумаем. Ну давай этого крокодила тогда поставим в первую команду. Поехали. Теперь у нас гидра против дракона, против крокодила и мужика вот этого. А, смотри, наступила на крокодильчик. Но он еще пока маленький, правда, крокодил. Давай, кусает за хвост гидру. Там хорошо, смотри, вцепилась в гидру, а? Но мужика сейчас, наверное, убьют. Вот, смотри, я просто смотрю, наблюдаю. Крови прям много. Прям не нравится. Так, убила гидра мужика и остался крокодил. Ну, справится ли крокодильчик? Алло, давай, кусай за ноги. Ну, пока дракошка летает, у нас крокодил может спокойно... Нет, он улетел, крокодильчик. Давай, хватай его за хвост. Кусай, 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 молодец. Блин, ты чего рот так свой открываешь? Укусить не может. Не может укусить, пока гидра уничтожила дракона. Теперь что у нас происходит здесь? Ага. А, ё-моё, нифига, куда ты отлетел? Давай, беги быстрее, крокодильчик. А, нет, гидра сожрала. Сожрала всё-таки крокодила, смотри. Офигеть, она его... Да? Она его уничтожила, гидра. Ну что ж, ребята, интересно было поиграть. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, пиши... Нажимай на колокольчик. Всем пока-пока. Вот такая вот мощная у нас была гидра сегодня.